Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил готовность Люберецкой теплосети к зиме. О ходе проверки в нашем сюжете. Я так понимаю, это аварийная бригада, так точно? Да. Такие проверки проводятся ежегодно. Основная задача – пройти зиму без существенных аварий. К сожалению, вот, исходя из моего опыта, аварии были. И я говорю вот сегодня в очередной раз, они были, есть и будут, к сожалению. И мы должны быть готовы, и в случае каких-то аварийных ситуаций, очень быстро, очень оперативно все устранять. На случай непредвиденных ситуаций здесь всегда дежурит аварийная бригада. 57 человек работают сутки через трое. Всего же в Люберецкой теплосети почти 1000 сотрудников. Это вместе с операторами ЭТР, обходчиками тепловых сетей, обходчиками тепловых пунктов, значит, аварийно-диспетчерской службы, ну и понятно, что линейный персонал непосредственно на эксплуатационных районах. Подготовка теплосети к зиме начинается еще весной. Как только температура воздуха достигнет нуля, приступают к тепловым испытаниям. Температурная раскачка трубопровода позволяет выявить слабые места и заблаговременно устранить их. Также есть план капитального ремонта по замене тепловых сетей, по замене котлов, по замене теплового оборудования. Это насосные группы, домососы, вентиляторы. Люберецкие теплосети идут в ногу со временем. Использование новейших бесшовных труб позволяет более точно контролировать эксплуатацию трубопровода и своевременно устранять повреждения. Жители округа могут быть спокойны. Тепло их домов под надежной защитой. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.